Політика.UA продовжує парламентський ефір. Радий вітати усіх наших глядачів. Гостя нашої студії – народний депутат України, екс-міністр соціальної політики України Наталія Королевська. Пані Наталія, доброго дня. Доброго дня. Ну, отже, про парламентську роботу, пані Наталія, хочемо з вами поговорити, адже вже відчувається фініш напряма, трохи більше 4 пленарних тижнів до дострокових виборів. Ну і, власне, бачимо, що продуктивність, вона залишає бажати кращого. Скажіть, чи є це логічним, адже парламент є де-факто розпущеним? З іншої сторони, ну, ми знаємо, скільки проблем сьогодні перед країною, і вирішувати їх потрібно. С одной стороны, конечно, хорошо, что парламент идет на досрочные выборы, и что вот эта непрофессиональнейшая конструкция уходящей власти, уже мы больше ее не увидим, оставшиеся 4 недели, и прощевая остаточно, как любила говорить предыдущий президент. Но важно, что сегодня уже мы видим, парламент не принимает ответственных решений. Та повестка дня, которая рассматривается в парламенте, это точно не первоочередные вызовы, стоящие сейчас перед страной, а больше имитация какой-то абсолютно бестолковой деятельности. Ну вот, допустим, они поставили пакет, назвали социальных важных законопроектов. Ну вот мы открываем законопроект о защите беременных женщин. Ну, казалось бы, действительно, это очень важно сегодня в нашей стране, где демографический кризис. Ну, вы регулярно в наших студиях, да, эту проблематику поднимали. Смертность сегодня превышает рождаемость. И когда мы читаем сам законопроект, а это предложение на час дать право женщинам работать меньше беременным, чем мужчинам. И мы говорим, ну зачем имитировать вот такую абсолютно сегодня нереальную защиту? Да? Ну, тобто гарна назва, так, а да, по сути... А по факту этот час сегодня, ну это неплохо, да, но важнее всего это дать сегодня женщинам долги, которые есть по больничным листам, выплатить за 4 месяца для беременных, выплатить важнее сегодня и поднять при рождении ребенка, дать выплаты детям до 3 лет, дать выплаты матерям и одиночкам, те социальные стандарты, которые есть для деток с инвалидностью, это там 1400 гривен, это нереальные цифры сейчас, для детей, которые проживают в детских домах семейного типа, поднять прожиточный минимум. То есть, ну, зачем сейчас тратить деньги налогоплательщиков на содержание настолько уже непрофессионального, не хочется выражаться грубо, вот этого парламента. Поэтому вчера вот проходила Рада матерей Украины, когда приехали мамы со всех областей Украины, мамы-лидеры, которые возглавляют общественные организации по защите детей, семей с детьми, и говорят, подождите, либо закройте вы эту свою богадельню, да, и деньги, которые предусмотрены сегодня на зарплаты депутатов, на финансирование этого парламента, а это порядка там около 100 миллионов в месяц, да, это 200 миллионов еще образно говоря до выборов, да, то лучше отправить это сейчас в детский фонд и оказать детям реальную помощь и защиту, чем имитировать вот уже абсолютно не работающую структуру. Либо наше было предложение, я приходила в понедельник на согласительный совет с тем, что давайте сделаем реальную повестку дня, потому что 5 лет страшных ошибок, опытов и экспериментов, реформы здравоохранения, образования, пенсионные реформы, страшная тарифная политика, отмена госрегулирования цен, защита людей, которые пострадали от войны, а в первую очередь защита детей, в общем, во всей нашей стране, потому что, ну, вот, сейчас придет 1 июня, все побегут с детьми рисовать рисунки на асфальтах, мажоритарщики побегут сейчас по округам там целовать деток и дарить им мягкие плюшевые игрушки, а по факту вы отобрали за 5 лет все по защите детства и материнства и будете сейчас имитировать свою любовь к детям. Поэтому давайте, мы подготовили пакет социальных законопроектов, которые исправят ошибки реформы здравоохранения, образования, пенсионной реформы, и комплексные законопроекты по защите детства и материнства, комплексные законопроекты по людям пострадавшим, и в первую очередь детям пострадавшим от войны, комплексное решение, как сегодня понизить тарифы, как сегодня действительно субсидировать идеальную политику сделать
реальной, а не вот этой вот унижительной практикой. Как сегодня реструктуризировать задолженность по жилищно-коммунальным тарифам? Как подготовиться к отопительному сезону? Что сегодня с национальным производителем? Экономический блок? Ну, тут питань больше, нежели достаточно. Мы подготовили вот комплексно. Я говорю, да, у нас хватит 4 пленарных недель, чтобы сегодня собраться и исправить все ошибки этой уходящей власти. Но для этого нужна вот политическая воля вот этого большинства, бегающего по парламенту. Они этого не хотят делать. Так тогда давайте распускайтесь, идите эти деньги, хоть сэкономим в бюджете, и не нужно забивать депутатские буфеты и вести абсолютно кулуарные переговоры. Пані Наталія, а що ж вам пропонують взамін? Пропонують зануритися в процес розгляду поправок до виборчого кодексу. Пам'ятаємо, що ваша політична сила, вона підтримує ідею відкритих списків, відмову від мажоритарки. Чи доречно 2 місяці перед виборами використовувати цей час? І головне, чи є шанс выйти на позитивное решение у підсумку? Во-первых, я считаю, это очередная политическая манипуляция, технология. Это время будут использовать для самопиара. Отдельные товарищи, кричащие о честности власти, уходящие и о желании их изменить систему выборов. Потому что у них в коалиционном соглашении еще 5 лет назад было написано, они брали на себя обязательства действительно сделать более конкурентную систему выборов. Они этого ничего не сделали, не хотели это сделать. Мы голосовали в первом чтении за закон об открытых списках. Мы готовы сделать, то есть, той модели, которая реальную даст конкуренцию, рейтинговое голосование по регионам, даст возможность людям представлять своих избирателей в парламенте, готовы, конечно, это поддерживать. Но то, что сейчас это просто, чтобы имитировать деятельность парламента, а не решить этот вопрос, нам абсолютно понятно. И когда они не захотели отказываться от мажоритарной системы и мечтают сегодня хоть тушкой, хоть чучелом вползти в украинский парламент, нам тоже это понятно. Когда все женщины украинского парламента вышли и сказали, ну вы же о Европе тут говорите, да вы же нам тут рассказываете, какие вы даже в Конституции об этом написали. Так одна из сегодня самых трендовых вещей в Европе – это равноправность мужчин и женщин, это возможность во время политического такого переходного периода дать пропорцию представления... Так звані гендерні квоти, да, так? Той, ну, статеві, да, там, тому полу как бы присутствовать в парламенте. И мы, как женщины, понимаем, сегодня сложно говорить о 50 на 50, потому что у нас сейчас там чуть больше 10% женщин, но хотя бы там 70 на 30 закрепите законодательно. То минимально 30% в одній статі. Да, это то, что и Организация Объединенных Наций обратилась к Украине, и Совет Европы, и все международные организации говорят, что сегодня это необходимо Украине, чтобы вести грамотную социальную, гуманитарную политику, а важнее всего это миротворческие процессы, доказано наукой, не кем-то. А когда женщины участвуют в миротворческих процессах, то они на 20% как минимум эффективнее и результативнее. И сегодня, когда в нашей стране, где есть сегодня конфликты, где есть противостояние, насколько важно вот эту гуманитарную политику изменить. Но ведь никто не хочет сегодня не отказываться от мажоритарки, никто не хочет сегодня дать возможность женщинам по всей вертикали, начиная от местного уровня и заканчивая центральным уровнем, дать возможность реализовать себя. Поэтому все это пустые абсолютные обещания. И вот если вернуться, когда вчера женщины встречались в парламенте в Украине, общались с депутатами, подготовили обращение, это обращение они отнесли в администрацию президента. Я передала лично это Дмитрию Разумкову обращение, потому что мы считаем, что решить вопрос защиты детей сейчас, вопрос выхода из демографического кризиса, ну это реально вопрос Совета национальной безопасности, потому что та тенденция демографическая, которая складывается, та тенденция молодежной миграции, которую мы сегодня наблюдаем, та проблема, которая складывается реально с бедностью людей, что тормозит, конечно, рождаемость в стране,
и отсутствие хоть какой-то поддержки со стороны государства – это угроза национальной безопасности там, на протяжении буквально уже там, десятилетия. И здесь очень важно сейчас принять эти ответственные решения. Який зворотний зв'язок від адміністрації президента є на сьогодні? В фокусі уваги ця тема? Вчора только произошло, то мы понимаем, что это пока еще да, проходит там, по всем делопроизводству. Да. Поэтому мы очень надеемся, что вопрос защиты детства, материнства, выхода из демографического кризиса попадет в спектр внимания и кардинально изменится политика по отношению в принципе семейных ценностей в нашей стране и важности поддержки со стороны государства. Пані Наталія, от ви наводили приклад із законопроєктом, який має гарну назву, а по суті не настільки покращує ситуацію окремих верств населення. От стосовно дітей, чи правда, що є статус дітей постраждалих від бойових дій, але він фактично нічим не наповнений, нічого не дає? І близько 600 дітей, якщо я не помиляюсь, такий статус мають, але не захищені фактично державою. Ну, на сожалению, 3 роки взагалі не було ніякого статусу. Через 3 роки ми добились вместе с Юрием Павленко, с рядом депутатов с нашей оппозиционной платформы «За жизнь», чтобы законодательно этот статус вообще был предусмотрен. После этого он был заблокирован постановлениями правительства, потому что его получить было даже невозможно. Сейчас уже более 20 тысяч детей такой статус получили. Но в чем проблема? Потому что это было два этапа. Первый этап – это механизм предоставления статуса, а второй этап – это механизм социальных гарантий под этот статус. И вот после этого никто и в правительстве, и в парламенте не хочет даже самую элементарную поддержку. Да, если ребенка ранило, да, то ему должны оказать медицинскую помощь, квалифицированную. Это должно произойти за счет государства, как бы там ни было. Потому что в основном те, кто сегодня живут там в линии боевых действий, это очень необеспеченные семьи. И сколько случаев мы знаем, это когда там всем селом собирают люди все, что только могут, чтобы отправить ребенка в больницу, чтобы хоть как-то вылечить, пройти потом реабилитацию, только благодаря там благотворительным фондам, международным организациям. Спасибо нашим женщинам украинским, которые вместе с гуманитарными миссиями «Женщин за мир» постоянно там находятся, и мы каждый раз там теребим всю вертикаль, чтобы оказывали там помощь и поддержку. Но это так, неправильно, потому что об одном случае мы можем знать, а о 10 мы можем и не знать. И самое главное, чтобы человек знал о своих правах и возможностях, а реабилитация потом. А сейчас начинается период оздоровления. Вот благотворительный фонд, Международный благотворительный фонд «За жизнь» сейчас подписал соглашение с Кубой, чтобы восстановить программу оздоровления детей на Кубе, которая работала в Украине много-много лет, и там сотни тысяч детей, особенно детей после Чернобыля, смогли там пройти мощнейшее восстановление. И вот в этом году мы уже надеемся, мы сотрудничаем с этим фондом, они взяли эту инициативу на себя, потому что также и президент Порошенко, и правительство полностью игнорировали эту инициативу и блокировали все решения. То уже вот через благотворительный фонд «За жизнь» мы смогли сейчас восстановить эту программу. И первые детки с Донбасса, детки, которые нуждаются в реабилитации, и дети со всей Украины поедут уже, мы надеемся, что это уже свершится, как по планам, в этом году восстанавливаться на Кубе. Но сейчас начинается оздоровительный сезон. В прошлом году больше, чем на 1 000 000 детей оздоровили меньше, чем в 2014 году. И мы били в набат. Потому что сегодня с нашими ценами, с мизерными зарплатами, с мизерными пенсиями, семье, особенно если в семье не один ребенок, а больше, оплатить летний лагерь, организовать поездку ребенка в оздоровление, это нереально. Да? И почему мы всегда это делали мощно? Потому что давали эту возможность. Потому что с чего начинается здоровье? Да? С правильной профилактики. Да? То есть мы потом сэкономим на бюджете здравоохранения, когда детей не нужно будет лечить. Да? Их можно просто хорошо оздоровить. Но в
прошлом году была провалена программа оздоровления, и мы видим, что сейчас не идет абсолютно никакой подготовки, потому что они уже все бегают по выборам. А особенно, конечно, оздоровление детей, проживающих в зоне боевых действий. И в прошлом году для них ничего не было сделано отдельно. Мы требовали там с 1 сентября организовать отдельную программу, прописали, как это сегодня сделать. Есть масса и международных, и благотворительных организаций, которые готовы централизованно сегодня этим заниматься, но чтобы это все было в одном алгоритме действий и одной программы, никто не хочет даже на это обращать внимание. То есть они просто саботируют процесс, и, конечно, как-то получается оздоравливать, но это больше такие точечные случаи, и государство от этого сегодня, ну, точнее, правительство, сказать прямо, самоустранилось от этого процесса. Поэтому я благодарна тем международным фондам, которые сегодня берут на себя эту ответственность. И надеемся, что уже в следующем году, конечно, процесс и оздоровления, а уже с июля месяца и защиты детей в новом парламенте будет поставлен совершенно на другой уровень. Потому что каждая женщина в политике, это в первую очередь все-таки женщина-мама, и мы хорошо очень понимаем, насколько сегодня важно сделать все, чтобы защищать детей не словами, не фотографиями, а защищать их, когда государство подставляет надежное плечо, и чтобы у женщин, в первую очередь, было желание рожать в своей стране, родить, воспитывать детей, и главное, чтобы потом у детей также была возможность получить хорошее образование и получить рабочее место. Вот, я считаю, это главная Наталья Юрьевна, миссия. Коротка репліка на завершення. Чи є шанс, що от в цьому передвиборчому ажіотажі інтереси депутатів і інтереси виборців, вони можуть співпасти нарешті? Хотелось бы очень. То, что сейчас будет очень много популизма, то, что у нас сейчас будут грязные абсолютно технологии кампании, то, что будут невероятные бои идти в полях, в мажоритарных округах. Но мне кажется, вот знаете, как люди во время президентской кампании, что не пытались сделать, и покупать, там, и манипулировать, и медийно давить, но люди, знаете, мобилизовались, пошли, проголосовали все против Порошенко. И сейчас очень важно, чтобы каждый человек понимал и реально оценивал. Пришел тот же, что был депутатом, посмотреть. Голосовал за пенсионную реформу? Ага, до свидания. Голосовал за реформу? До свидания. Голосовал за бюджет 15-го, 16-го, 17-го, 18-го года? Да? То есть ты там за это голосовал, ты соучаствовал в рабеже страны, значит, до свидания. То есть очень правильно сейчас провести вот эту, знаете, иллюстрацию вот там вот уже непосредственно, чтобы эти депутаты, которые просидели 5 лет во власти и попринимали всех этих издевательских решений, понесли за это такую, в первую очередь, человеческую оценку. Ну і бажано, щоб українці більше не вірили в ті гарні назви, про які ви говорили, за якими немає ніякого змісту. Дуже дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Наталія Королевська, народний депутат України, була гостею парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.